Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня у нас уже 4 октября 2021 года. Пол пятого вечера. На градуснике 16 градусов. Сегодня было 18. Уже начала падать температура. Пчелы летают активно сегодня. Днем они активно летали. Но я сегодня жену возил, в общем. Снимали швы в больнице, в общем, так прокатались. Туда-сюда, и так день практически пролетел. У меня, получается, сегодня седьмой день после крайней обработки маслом полыни таврической. И сегодня именно такой денек по прогнозу, ну, вообще не, ну, солнечный. Дальше опять будут тучи, потом опять дожди передают. Поэтому, пользуясь моментом, сейчас... Даже несмотря на то, что уже 16 градусов, но лед идет активный, пчелы. Лед, прилет идет. Пчела активно работает на осенних медоносах сегодня. Поэтому я сейчас быстренько проведу обработку. Обработка заключается в чем? Опять же много раз показывал. Просто я для себя больше фиксирую. Сейчас вот я сейчас быстренько зашел в YouTube, посмотрел число, когда я обрабатывал по своему видео, и сразу посчитал, ага, все, сегодня надо делать обработку. Ну, то есть для меня это удобно, ну и вам показываю, что я делаю обработку. Вам пчелки носят нектар по лицу. То есть сейчас я дымарик распаливаю, убираю шифер, в общем, открываю улья, дымариком пшикаю, забираю между корпусами две полоски, окунаю их в масло полыни, пинцетом струшиваю, возвращаю обратно. Закрываю улей, пошел следующий. Вот так вот и делается обработка. Все, это обработка буквально тут. Какие-то там минуты занимают, немного времени, легко, без напряга, в общем, делаем обработку. Вот. Потому что потом похолодает, будет хуже гораздо делать обработку. Сегодня ветер такой умеренный, завтра опять передают более сильный холодный северный ветер, поэтому будем так как-то. Был активный лед, я приехал чуть раньше, но пока пообедали, пока это все, в общем... Смотрю, уже все, и лед слабее стал, и пчела, ну, это. И температура начала резко падать. Все-таки уже осень. В этом году она ранняя, более холодная. Пчела приходит полная. Контролировал я осыпь после обработки, клеща не нашел. В общем, ставлю специально. Если бы выносили клеща, какой-то бы клещ все равно сюда падал. Но нету его. Ну, по априори, по умолчанию обрабатываю. Масло полыни таврическое пчелам никак не вредит. Я в этом сезоне провел уже, блин, сотни обработок. И, в общем, я обрабатываю, получается, с марта. Вот, и по сегодняшний день уже октябрь. Весь сезон я обрабатываю. То есть, если бы оно губительно было для пчел, сами понимаете, у меня пасеки бы уже не было. А так, блин, вполне себе неплохие семейки. Сегодня, кстати, утром я показывал эту семейку, как она сидела в клубе. Довольно-таки неплохие клубы. Есть среди отводков парочку слабеньких. Есть таких чуть послабее. Среди тех, где маток хуже меняли. Ну, совсем прямо слабых, как бы. Среди основных семей вообще нету. Вот это вот у меня, как бы, самый слабенький, это именно отводок был. Вот. Это вот раи. А нет, это не отводок, это был рой. Неудачно пересаженный. Короче, вот это раи у меня. Раз, два, три. Это раи второки, пойманные ловушки. Вот это вот. Сборный отводок с облетников. Я два облетника объединил вместе. И дал им плодную маточку. Единственное, что... О, кстати, смотрите, даже подмор сами. Я не убирал подмор. Тут он, ну, это... Был спереди, вот тут перед литками. Был этот... Сказать... Под помороженный расплод. Там десяточек выкинули. Пчелки я вам показывал утром, снимал. Все, уже нету пчелы, когда летали тут. Видно, мы облетывались или что, сами скинули его вниз, в общем. Ну, клеща нету, я вам смотрю, постоянно контролирую, специально поставил вот эти вот штуки. Контролировать особь клеща я не вижу. Не нахожу я клеща. Если в прошлом году я обрабатывал, вообще каждый год, не то что в прошлом, вообще уже на протяжении скольких... Я полынью работаю, чтобы вы понимали, уже, блин, 6, 5, 7, я уже сбился со счета, уже точно более 5 лет.
только маслом полыни и работаю. То есть, и каждый год, я работал только осенью, и каждый год у меня была, блин, масса, просто тьма клеща, там сотни сыпались, сотни. У меня есть куча роликов по этой теме. Сейчас я не могу вам найти клеща, я бы с удовольствием показал клеща, который мертвый, как масло убивает. Но меня нечего убивать. Не знаю. Но все равно я буду продолжать обработки по умолчанию. То есть это комплексные обработки. Само это масло полыни, мое мнение, что оно укрепляюще действует на иммунную систему пчел. Это будет полезно от назематоза, от акарапидоза и от клеща ворова. То есть комплексно. Обрабатываем по умолчанию и все. Не потому, что у меня на пасеке есть эти болезни, а потому, что ну, это профилактика. Это органика, она никак не влияет ни на пчел, ни на мед. То есть, ни на что. Она влияет только на паразитов. Поэтому как-то так, в общем. Пчелки мешают, врезаются. Ветер начал светить. Все, все, быстренько делаю обработку, потому что дальше начнет температура резко падать. Сейчас солнышко пошло вниз, и чем оно ниже, тем больше быстрее будет падать температура. Мне надо успеть быстренько сейчас пробежаться. Ну, буквально говорю, это там сильно не охлаждает. Открыл, пшик-пшик, забрал, закрыл, намочил, струсил, открыл, положил, закрыл, все. Ну, быстро это все. Просто мне надо сейчас, получается, две руки, я снимать не могу, извиняйте. Ну. Жена в этом году выбыла из строя временно, с переломом со своим, и теперь только так могу снимать. Все. Всем удачной борьбы с клещом, чтобы зиму запустить такие же здоровые, плотненькие семейки, как у меня в этом году. Дай бог всем таких семей, плотненьких, здоровеньких, чтобы у вас, я не говорю по силе, не важно, сколько она у вас там, они будут силой, каждому это, на юге эта сила своя, необходимая, на севере это моща должна быть, ну, то есть это своя должна быть сила, не важно, главное, чтобы эти семьи у вас были здоровые, вот. Если вы запустите даже большие семьи по численности, но они будут больные, они осыпятся у вас зимой, то есть, поэтому пусть у вас будут именно все здоровые семьи и стопроцентная перезимовка. Да, это невыгодно пакетчикам, но... Хотя, я думаю, пакетчики все равно без работы никогда не останутся, потому что... Ой, несмотря на все это, блин, годами масса еще пчеловодов, которые вообще никак ничего не борются, или которые неэффективно борются. Поэтому у пакетчика, в общем, вы тоже не переживайте, у вас всегда будет сбыт. Все, спасибо за просмотр, всем пока.